Ребята, значит, называется, видос называется «Угадай птенчика». Ну, кто угадает, чьи эти птенчики, ребята? Жду комментарии, естественно, ребята. Комментарии буду ждать, чьи они птенчики. Естественно, ребята, потом я скажу. Ну, и, естественно, его комментарии я закреплю. Кто скажет правду, если кто-то, естественно, угадает, ребята. Если кто-то угадает, да, я скажу. Блин, я запутался. Короче, чьи эти птенчики, ребята? Угадай птенчика. Вот так вот. Да, это чисто птенец, ребята. Ну, цыпленок, короче. Цыпленок, ну, чьи цыплята, ребята. Поняли, да? Вот такие вот пироги. Вот так посмотрим, так посмотрим. Не знаю, на солнце, без солнца. Они живут в дикой природе. Ну, подсказка уже есть. В дикой природе они живут, ребята. Все, вот такие пироги, короче. Жду комментариев. Пока-пока, ребята. Вот такие вот пироги.